Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад. Так, ну что ж, ребят, Новый год как праздник уже прошел, а Новый год, собственно, как явление уже наступил. 2016 год, ребят, на дворе, шагает, скажем так, по каждой из ваших квартир, и вот первые релизы модификации на Сталкер уже поперли. К сожалению, ребят, это очень маленький, какой-то скудный проектик, причем на чистое небо платформа, то есть это уже как-то, не знаю, скажем так, подозрительно, потому что на ЧН хороших модов, в принципе, отродясь не уходило, но сейчас, ребят, не об этом. Это первый мод в 2016 году. Официально, то есть вот прям вот официальнее некуда. Модификация называется Happy New Year Zombie Survival. Что-то типа такого, я могу ошибаться, потому что я выпил очень много детского шампанского, немножко сейчас ребят колбасит, поэтому я могу, скажем так, косо стрелять и немножко путать слова, поэтому вот не обессудьте. Модификация сделана по типу какого-то, я не знаю даже чего это, ребят, Tower Defense, что ли. Ну тут что-то вроде того, вот как бы нам дается небольшая локация, такой небольшой пятачок квадратный, в котором у нас есть один торговец, у нас есть оружие и у нас есть куча зомби. А зомби к нам прибывают в виде волн, то есть там, по-моему, их 6 или 7 волн, от которых нужно будет отбиться, и в конце концов мы получим подарочек от Деда Мороза. Ну, либо ничего, посмотрим, ребят, по итогу, что там у нас будет. Короче, вот такой вот небольшой защитный платформер, что ли, защитный экшен, хер его знает, ребят, как это называется. Не суть важно, короче, первый мод вышел на Сталкер, как сказать, начало положено, поэтому начинаем играть. Так, новая игра, новичок, Сталкер, ветеран, мастер, вот хрен его знает. Люди писали, что зомби просто пиздецки сложные, что вот первая волна идет, ребят, легко, дальше у них все больше хп, все больше и больше и больше, и потом они вообще лютые, и хедшоты прописывают, а я уже, ребят, уже говорил о том, что я выпил много детского шампанского, поэтому я могу просто косить по-лютому, но не будем извинять яйцами, будем мужиками, поэтому поставим просто мастера и начнем, в принципе, играть. От вас жду, ребят, конечно же, лайков, репостиков, ну и новогоднего настроения, которое вы подарите мне в комментариях, а я подарю вам на картинке этого видео. Вот так вот загнул. Так, ребят, ну что ж, вот и на начало. Внимание, на окружении через 20 секунд прибудет первая волна. Готовься, Сталкер. Хорошо, готовлюсь. Готов как никогда. Так, что у нас здесь есть? Здорово, а ты у нас кто, дружище? Здорово! Ашот! Привет, приятель! А что у тебя есть? А у нас 200 рублев? Нет, ни хрена! Ладно, значит, будем двигаться своими силами. Что у нас там по экипировке? У нас обдристанная, ребят, куртка. Какой же она, ненавижу ее просто до потери пульса. И форта. Форта, куча патронов, у нас одна аптечка, один бинт. Бляха-муха, что ж так светло-то етить? Мы что, на солнце играем или что? Просто какая-то, ребят, жесть. Так, зомби! Оп, тихо-тихо-тихо-тихо, родной, ты чего, дружище? Спокойненько, выходи... Ёп, твою мать! Это было опасно, ребят. Так, присели, аккуратненько, поджались. Вот так, аккуратненько вылезли. Сука, где он? Дружище, ты где? Гля, он тоже присел, ты смотри, ни хрена себе. Какой прохаванный зомбарь оказался, но мы не таких клали. Так, минус один есть, первый труп. Сохранились. Вот там, ребята, еще на подходе. Тихо. Ему что, насрать, что ли, в принципе, или я не понимаю, что он стоит просто так? Типа, мне похеру. Мне вообще похеру. Я только что съел 2 килограмма пельменей и все это запил оливьехой. Мне насрать на твои патроны маленькие из форты. Так, ребят, давайте, ну это ж первая волна, надо, чтобы вы быстро умирали, быстро и красиво и надежно. Ну что вы как... Сука, да помри ты уж! А чё так больно-то? Бинты кончились! И, Хьюстон, это, дружище! Ашот, брат мой сердечный по арбузам, пожалуйста, продай мне сейчас по-быстренько этот, бинт. Есть бинты-то у тебя, почём? 200 рублей один бинт. Ни хрена себе у тебя ценники. Ах ты ж, бляха-муха, все равно капаю. Это вообще печально, слушай. Все оказалось, ребят, гораздо жестче, чем я думал. На самом деле, я думал, сейчас типа так, знаете, по-простенькому постреляемся и все, блядь. Эти гады попадают за километр просто в голову. Кровоточка просто... Жесть какая. Да умри ты уже, что с тобой не так? У тебя вся голова из свинца уже. Давай, отдыхай. Так, остался один. Где твой братишка? Где твой дружище? Куда он делся? Тихо, вижу. Блять, упустил. Да что ж такое? Да что? Ну давай, ну... Я же вижу его. Тихо. Операция «Тайный забор». Блять, ну перепрыгни ты, ну ёб твою мать! Кто бухал все выходные? Походу это мы...
Вот это опасно, вот это опасно! Где ножик? Нет ножа, ребята, хотел его зарезать! Как так-то, ё-моё! Я хотел его сейчас, ребят, красиво с прыжка убить с ножа, а он оказался без ножа. Отлично, так, первая волна убили. Что у них есть? Обрез, нет, обрез это плохо, мне бы что-нибудь получше. Вот Эдвард Тазинский, ребят, Эдвард Тазинский, все. С Эдиком я готов убивать кого угодно. Так, так, что у тебя было, дружище? У тебя был еще один тос, отлично. Быстро, быстро, отступаем, Хьюстон, у нас тос. Так, какой из них целый? Этот у нас что? Это у нас целенький, этот поломанный. Это говно разрядить, это говно сюда поставить. Новая волна атакует, уничтожу ее. Я понял, какой к черту колпачок? Поставь нормальную дробь пацанскую. Так, собрались. Собрались, ощетинились и поехали бить врага. Тихо, 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 кого-то слышал. Спокойно выходим. Выходим хладнокровно, как охотник. Ёб твою мать! Это что за бригада? Так, спокойно, ребят, ждем их здесь. Или здесь, или там. Они просто сквозь хату херачат. Ну, типа, нормально. Воу, это было печально. Это было очень плохо. Я вам так скажу, это было бляха-муха неприятно. Тихо. Ну, тихо ты, ну, ёб твою за ногу, а. Какого черта они такие бронебойные? Тихо, 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 тихо. Да ё-моё. Попал же в голову. Почему ему насрать, я не понимаю. Так, спокойненько, спокойно. На классе просто вышли и расхерачили. И он просто насрать. Он говорит, мне похеру. Вот мне тупо... Сука, он не умер. Из чего ты, мать твою, сделан? Из мельдония, что ли? Да умри ты уже, падла. Он присел, ребят. То есть... Сейчас просто на скорости. Отлично. Убил, по-моему, не знаю. Ай, пошла кровоточка. Пошла кровоточка. Не вовремя, не вовремя. Какие к черту дротики? Мне нужны дроби. Какого черта? Он меня обошел. Опасно. Бежим. Хьюстон. Ёб твою мать, еле успел. Так, выходим, выходим. Красиво, красиво выходим. На мужика. Бляха-муха. Ну это херня, ребят, эти гребаные дротики. Но мне нужна дробь. Дробь мужская, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто в щи, блядь, получил. В щи просто всего размаху. Говорит, забирай, сука. Улетел на метров 500 просто назад. Откуда он здесь взялся? Откуда ты, сука, здесь взялся? Давай. Ёп! Брат, пощади! Я понял, ты лучше меня. Я плохой боец. Я тебя понял, дружище. Сейчас ствол заклинит 100%. Умри ты, гнида чертова! Засел там как на толчке. Он весь уже в крови, ну что такое? Почему ты не умираешь? Ну давай, 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 отлично. Так, осталось еще парочку, и все будет красиво. Вижу, один телепается, так, пусть телепается. Он поможет нам, ребят, собрать весь, все шмотки быстро и активно. Где еще один? Где-то есть еще один парень, сейчас он меня, скорее всего, убьет, бляха-муха, он по мне прям жахает. Ну давай, давай, спортсмен, соберись, ну, ёп. Да что ж такое с этим забором понастроили, бляха-муха. Заборы 8-метровые. Ну ж, сука. Отлично. Перелезли. Так, где ты, подлюка? Нет, не ты. Ты телепайся, тебе можно, тебе нормально. Бляха-муха, как же меня цепанул-то, ребят, сильно-то как? Все болит. Люди добрые, спасите. Коленочка. Тихо, 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 тихо. Собрались, блядь, собрались. Коленочка. Коленочка родная. Отлично. Так, собираем все шмотки. Мне нужны, ребята, что мне нужно? Мне нужны дроби. Нужны срочно дроби, да. Нужны дроби. Нужны аптечки. Так, тос у меня, в принципе, есть. Мне бы что-нибудь, не знаю, получше. Калаш! Калаш, да ладно. Это вообще легально? Какого хера у него калаш был? Ничего себе. Здрасте, приехали. Я тут... И у этого калаша артефакт. Это что, это вообще, это нормально? Я там, сука, потею, знаете ли вы. С форты херачу, с обреза, с тозика. У них тут, бля, калаши вообще на похер. Так, надо, короче, пойти распродаться сейчас. Что у нас там по калашам? Есть нормальное состояние калаша? Ну, короче, такое себе. На троечку надо что-нибудь продать. Так, секундочку, молодой человек. Сейчас я там буквально вот продам все, что есть. Куплю себе парочку аптечек. Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек. Привет, приятель. Вот тебе Тазинский, который нихера не стоит. Вот тебе калашик поломанный.
который тоже ни хера не стоит, все остальное тоже забирай. Что, язык проглотил? Да, ну проглотил. Ого, 6900, так. А что я могу себе купить сейчас? Почему у нас гром? Слушай, гром стоит 9 косарей. 10800, слушай, а что, мне кажется, меня наебываешь, блядь. Знаешь что? Здесь написано 9000, а так стоит 10800. Идите колотить. Вот обманщик. Так, аптечки есть, вижу, одна аптечка, это уже хорошо. А, еще армейка, это хорошо, а бинтов у нас нету. Гранатки, вот это вот прям то, что, ребят, нужно. Мне нужно, получается, 11 тысяч на гром, потому что гром это прям имба. С грома можно валить кого угодно. Так, аптечка есть первая. Хорошо. Так, пошли добьем этого парня. Где он? Отдыхай. Блять, ты не телепаешь так сильно. У него была херня всякая. Так, перезарядились. Что у нас там по калашу? Наверное, пока поставим калашек. О, 43 патрона. Ну, в принципе, воевать можно, ребят. В принципе, можешь собраться. Так. Тихо. Вот, вот так вот она пошла, родная. Ну-ка. Попал, нет? Попал же вроде бы, но... Спокойно. Тихо. Попал же, да что такое? Им просто похеру, ребят. Это ненормально, мне кажется. Какого черта они просто мои гранаты игнорят? Типа, что это такое, блядь? Это гранатка, что ли? Сука! Залп с АКМа, блядь! С Ксюши! АКСУ! Собака, ему вообще похеру! О, какие упертые ребята попались, а! Как же, мать твою, больно! Тихо! Тихо, родной! Успокойся! Лягай! Ну ложись! Ну что с тобой не так? Что за херня? Так, ладно, этого убили. Патронов просто, ребят, осталось на донышке. Тихо. Ой, как хорошо, бронебойные-то кладут сразу. Что с этими зомби не так? Почему они такие жесткие? Сразу в голову, просто на реакции. Тихо. Блять, они далеко, они очень далеко. Да что с вами не так, мать вашу? Почему они так жестко-то не умирают, я не понимаю. Да что было такое? Меня сейчас просто раскороебило вообще в хламину. Алло, Вадик, Сурок, это что за херня? Это, блядь, не зомби, это какой-то отряд спецназа напал. Мы на такой не подписывались. Алло, просто. Алло, диспетчерская, меня обманули, это не зомби. Хитрожопый маленький ублюдок. Стал там такой красиво, сука, за стеночкой. А вот тебе в локоточек, падла. Понравилось, нет? Тихо. Вот тебе в плечо. Вот еще один раз в плечо. Так, тихо. Он меня простреливает. Тихо. Да умри ты уже, падла, что с тобой не так? Ёб твою мать. Да лягай ты, отлично. Так, собираем трофеи, ребят. Мне нужно сейчас купить срочно грозу. О, отлично, артефактик этому поможет, поспособствует, так сказать. Нужна срочно гроза, я понял. Они все очень жирные, то есть в плане именно какого-то бронепробития, либо у них очень много жизни, хер его знает. Но нужна, короче, гроза. Гроза обычно с такими вещами, ребят, справляется на ура. И еще один артефакт, отлично. Гроза пробивает все что угодно, блядь. Рельсы, не знаю, консервные банки, зомби и прочую херню ненужную. Так, собрать Ксюшки, Ксюшки. Еще артефакт, нихренась, аптечка. Отлично, обмазался. Так, там парень телепается. А что у тебя, дружище? А хер его знает. Так, собираем твой калаш. Купить. А херня у него была. Волна уничтожена, не время радоваться. Скоро на следующая волна, готовься. Да я понял, я не радуюсь. Так, патроны, блядь, с Ксюшей разряди быстро, блядь. Времени вообще в обрез, просто. Так, там еще МПшки остались. А, сейчас одну волну просто просрём, ребят, потому что они сейчас сидят просто в хате и распродаваться. Ибо это не дело. Новая волна атакует, уничтожь ее, я понял, сейчас. Привет, приятель. Так, что здесь по состоянию? Это очень хороший калаш, это очень плохой калаш. Это что? Здоров. У нас? Конченый калаш, это плохой калаш. Продай все это нахер. Недолго еще в гляделки играть будем. Я понял, оставляем нижнее. Так, два артефакта уехало, отлично. Еще один артефакт уехал. Дружище, о, отличненько. Так, ребятушки, завозим нормальные пушки, берем грозу. Берем себе патрончиков. Да иди ты в жопу, засранец, подожди. Видишь, батя затаривается. Так, прицел. Почем прицел у нас? Косарь. Отлично. Покупаем еще прицельчик себе. И еще немножко патрончиков. Патрончики, еще совсем капельку. О, ребята, сейчас начнется мясцо, блять. Батя купил себе нормальную винтовочку. Пацаны, я схожу. Вы там уже?
Еще пока что не видать. Так, спокойно, спокойно. Выходим на характере. Характере. Ёб твою мать, они все здесь! И как теперь быть? Пацаны? А вы не можете отойти? Вот буквально на метров пять я... Здравствуйте, а вы почему без стука зашли? Это же не культурно. Так, значит, план Б. План Б, просто вылетаем на скорости. Блять, на скорости. Вот тут сейчас в окно, блять, в жирное окно, блять. Быстрее, да быстрее, идиот, а ты кусок, сейчас помрем же прям здесь. Ёб твою нахер. Боец спецназа, идите его за ногу. За бетонным блоком мы сидим. Тихо, 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 родной. О, вот это пошла работа, вот это пукалка, ребят. Вот это нормальная волынка. Тихо, тихо, откуда, блядь, откуда, блядь, вижу. Вот это нормальная вещь, вот это я понимаю. Чё, зомби, да? Здорово, как жизнь, как сам. Все вроде бы супер. Вот теперь пошел разговор, а то, блядь, там что-то строчим, херачим. Маленькими пульками. Вот здесь вопросы решаются на раз, два, три, четыре. Мы одни в квартире. Раздолбали все в ебеня. Так, последний парень остался. А где он, сука? Вижу. Отлично. Ни хрена себе тут у пацанов чейзеры, калаши, бля, обмазались просто. Едите вас за ногу. Так, мне еще по патронам. Патронов осталось маловато. Еще артефактик. Спасибо тебе, дружище. Еще артефакт. Ё-моё. Так, а у того парня что было? Ну, сейчас по-быстрому, по-быстрому, по-быстрому. Нас сейчас спалят. Они вон уже, ёб твою мать. Заходим. Заходим быстро. Друг, друг, мне нужен этот подствольник. Нужен подстволяр. Подстволяр нужен быстро, 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 быстро. Братан, братан, братан. Решаем проблемы на раз-два. Так, вот тебе, вот тебе, вот тебе тоже. Что скажешь, мне нужны, значит, аптечки. Да, что скажешь, ничего не скажу. Бронебойных, наверное, парочку. По деньгам уже слишком платил? Много выходит. Я понял, ой, нахер это. Подстольники, 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 подстольники. Побольше 6 штук. Отлично, все. Вылетаем. Быстро, 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 быстро. Сейчас нас зажмут, и все, и жопа как бы. Пиши пропала. Они уже там. Тихо, блядь. Успокоились. Спокойно. Фонарь выруби, идиот. Чё, где мы? Где зомби? Зомби-то где? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нет, нет, дружище, это было лишнее. Это было лишнее, я знаю. Хорошо-то как, боже! Гроза, я тебя просто люблю. Просто, муа! Какая же ты вкусная девочка, божечка. Так, ладно, ребят, сейчас минутная пауза, скажу просто сменю трусы, потому что я обосрался. Как бы вот так вот выходишь, тебя, блядь, в щи просто с чейзера. Хлобысь, блядь! Так, спокойно, спокойно, ждем этого парня. Давай, давай, сука. Не-не-не-не, братан, братан, в этот раз не проканает. В этот раз я выхожу победителем. Так, где еще люди? Воу-воу-воу-воу, ребят, 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 ну вы чё так сразу жестко-то вдвоем? Это какая-то текущая схема, система крабик. Блять, это не чейзер, а какая-то пушка по удалению игрока из игры просто. Так, спокойно, спокойненько. Да ладно тебе, успокойся. Успокойся, успокойся. Успокойся, блядь. Ты вообще нормально, нет? У тебя колянка уже все просто, она в пизду раздроблена. То есть, все, ее нету. Она аннигилирована. Хера себе, ребят, что происходит-то? Волна уничтожена. Так, артефакт был, я видел. Но пока что медикаменты мне, в принципе, не нужны. Патрончик, что с патрончиком? Патрончики, да еще есть, нахера патронов, в принципе, хватает. Проблема пока что только одна. В мощи этих ребят, что-то они, блядь, все жестче и жестче. Прям такие, знаете ли, упертые парнишки попадаются. Ни хрена себе. Воу-в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 оу. Я вовремя успел уйти. Перегруз, вот это плохо. Вот это прям сразу плохо, это прям вот сразу надо что-то выкидывать, ребят. Срочно, блядь, быстрее, выкидывай все, что здесь есть. Все, нормально. Живем. Хилимся, живем. Так. Что у нас там? Новая волна сдалека заходит или нет? Подствольник есть? Есть подствольник. Заряжай миномет, товарищ командир, блядь. Это что такое, блядь? Почему он упал передо мной? Бери выше. Попал, нет? Да хер его знает. Еще раз. По-моему, промазывает. По-моему, промазывает. По-моему, я просто не долетаю. Блядь, попал, попал, попал. Вот она, вот она, вот она. Золотая середина. Бляха-муха, да что ж с ними не так-то, а?
Да что с вами, сука, так... Ладно, работаем с прицела, блядь. Тихо. В экзоскелетах, это что за херня? Я в куртке обычной, в зимней, вышел. Покурить к туалету. Они там, блядь, в экзиках понадевались. Смотри, какие, на параде прям. Успокойся. Нихера себе цепанул. Цепанул так цепанул, вам скажу, блядь. Так, тихо, не капаем, сильно не капаем. Ать! По головам! Красиво! Минус 2 просто сразу дали. На холодненькую. Что у нас здесь? Бойцов пока не видать. Темная гвардия, блядь, монолита. Так, где все? Неужто уже... В экзике! Отдохни, брат! Отдохни, ляж, полежи на снегу. Покушай льдинку. Давайте-ка сделаем по-хитрому, обойдем их сбоку. Тихо. Ёб твою мать! Обошел сбоку, чуть не обосрался. Тихо. Где твой друг? Где Егорка? А куда Егорка-то делся? Егор-то где? Ох уж этот Егорка! Отлично! Да готов я, ушли, чувак, готов, блять, у них обычные калаши у всех были. Вроде парни в экзиках, оружие говно. Ни у кого даже грозы не было, сука. Мне нужны патроны на грозу. Ну что это такое, ребят? О, хотя бы артефактик, уже хорошо. Ох ты ж, ё-моё, так, сваливаем, валим. Хьюстон, я все понял, так. Быстренько распродаемся, что у нас там есть, что у нас там нету. Дружище, иди ко мне. А счёты, вот тебе все, что есть, брат. Продаю, покупай, не делись, там что-нибудь, не обосрись. Так, купил все этой херни. Это тоже нужная вещь. Я это куплю, наверное, продать, отлично. Так, аптечка пошла, родная. Все, можно выходить сейчас. Красиво, просто выходим, красиво. Подствольник. Где пацаны? Пацаны, блядь, куда-то ушли. Ну что это такое? Ну почему он так кончено падает? Бляха-муха, это просто адская садомия какая-то. О, как же, сука, цепанул-то! Хер его знает, это просто какая-то мрачная жесть, ребят. Так, тихо. Бинтики. Есть контакт. Спокойненько, выходим, блядь. На огневой рубеж. Зато красиво ствол упал. Чё здесь творится? Это просто жесть какая. Тихо. Жду всех по очереди. По очереди. Не толпой, ребят. Толпа это плохо. Вот по одному выходим. По одному. Тихо, собрались. Есть минус. Отлично. Так. Гроза тащи. Спокойно. Где падла? Блять, сквозь стену раздолблю просто в мясо. Тихо. Проскочили. Отлично. Так, это было неприятно. Он меня просто сейчас поймал на перезарядке. Я вижу тебя. Ай, да ладно. Так, волна уничтожена. Хорошо. О, вот. Вот это нормальные темы пошли. Еще артефактик. Так, еще артефактик. Здесь херня, у них калаши были. Такое себе на самом деле. Так, у меня в принципе все есть на самом деле. То есть не знаю, зачем сюда иду. Здорово, приятель. Вот тебе новые, не знаю что это. Вот бинты, вот подстволяры. Патроны у меня есть. Внимание. Это что у нас? 9600, окей. О, ребят, прикупили сенгерски броню. Мы одели ее? Нет, одели. Броня долго, все дела. Правда, она создана против мутантов. Но неважно. Так, у нас куча подствольников. Попал? Нет, хер его знает. Вроде попал, а вроде бы и нет, блядь. Не видно ж ни хера вот просто. Им просто похеру, я не знаю. Они какие-то...
антиминометные, что ли, юниты или... Саперная защита, блять. Ну умрите, ну ребят, ну пожалуйста. Просто бессмертные, пацаны, просто бессмертные. Нам похеру, говорят. Ладно, валим туда со ствола, что делать тогда? Раз так не умирают. Я хотел по-красивому. Что с ними так? Меня ствол косит или что? Попал же в голову! Алло, дружище! Отдохни, пожалуйста! Ёб твою мать, там еще двое вышло. Давай, давай, давай! Ну по... Прострочил всю голову, пацаны, мы вообще похеру. Блядь, это просто жесть. Это просто жестняк это. Ну умри ты, ну что с тобой не так, ну... Ну ёб твою мать. Братан, ну красиво сделай, ну я ж тебя гашу-гашу. Гашу-гашу. Поздравляю, сталкер, ты спас Новый год от зловонных зомбарей, ты настоящий повелитель монстров, игра закончится через 20 секунд. Это все? Походу, ребят, это все. Вот таким был тут небольшой режимчик, на самом деле. Хм. Какая-то штучка коричневая. Да, это конец, ребят. Создатели игры Сергей Григорович, это мы в курсе. Не, ну, в принципе, на самом деле, что хотелось бы сказать. В принципе, неплохой проектик такой, повеселиться можно, на самом деле. Я бы сказал, даже в какой-то степени продуманный. Зомби реально сложные, я так понимаю, у них то ли ХП росло с уровнем, то ли хер пойми, но потому что они пробивались каждый раз все жестче и жестче. Плюс они в голову не умирали, там, не знаю, с нескольких шотов, это прям что-то странное. То есть можно повеселиться, но я бы, конечно, еще этот режим доработал, то есть, не знаю, может быть больше волн, может быть сделал волны более разнообразными, то есть какие-то волны с мутантами, плюс добавил бы ножик, то есть потому что, ну бляха, мух, как так без ножика, нельзя фаниться вообще никак, то есть я хотел парочку человек зарезать, не получалось, потому что не было ножа. Короче, есть такие маленькие минусики, но на самом деле для, скажем так, как модификация kill time, то есть для убийства времени, она, в принципе, очень даже хорошо подходит. Вот такой, ребят, первый мод в 2016 году на ЧН, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачи. И пока-пока.